Отопительный период. В администрации подвели итоги завершающегося сезона подачи тепла. Национальная гвардия. В отряде «Вятич» отметили 208-ю годовщину со дня образования войск. Инфекционное заболевание. Горожан призывают принять участие в иммунизации против кори. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30. А также в любое время на сайте городармавир.ру.